продолжает нарастать недовольство населения в отношении президента США Барака Обамы. В настоящее время рейтинг популярности Обамы оценивается как самый низкий за все время его президентства. Доля недовольных демократической партии впервые превысила 50%. В целом опрос подтвердил, что американцы крайне недовольны тем, как идут дела в стране и у них лично. 57% опрошенных говорят, что жизненный уровень США неуклонно снижается. Относительное большинство американцев утверждают, что при Обаме стали жить хуже. Более того, почти две трети опрошенных убеждены, что Америка в целом сбилась с верного пути. Это касается самых разных областей – от экономики до защиты от опасных болезней и противостояния международному терроризму и экстремизму. Ко всему прочему, три четверти респондентов недовольны тем, как функционирует политическая система США.